по цветовым. Вы сами выбираете, какой вы цвет. И у вас будет определенная компания человечков каждого цвета. Лайк, если ты голубой. Если ты это смотришь, мама, это ты. Спасибо, что дала мне жизнь. Смотрите на эту огромную свинотную массу людей. Это потом будете все вы. Мы вас любим и уважаем. Девочка, которая ведет про меня фан-аккаунт. Мой одноклассник Кирилл Никифоров. Спасибо, что твои собаки такие потрясающие. Больше, пожалуйста, никогда не ебите мне ноги. Это Дрейк, потому что... Кики, ду, юла, в мама, мама моей лучшей подруги. Фу. Фу, да. Это мать моей бывшей одноклассницы. Это мой друг Вадим Ларгин. Спасибо большое, что ты... Да, в очках ходит, типа, умный и слепой. А, это мой второй аккаунт, который является моим первым подписчиком. Я создала второй аккаунт и с него подписалась на себя, чтобы мне было не так обидно, что у меня нет людей. Вот. Это мой одноклассник Никита. Он сказал, что он мой продюсер, но я не в курсе. Вообще не разговариваю. Не знаю. Ты плохо отозвалась. Мой лучший одноклассник и его негатив копия. Это моя сестра. Спасибо, что живой. Каналы бабушек ваших бабушек. Человек-говноед, который создал про меня антиаккаунт. Вот это фристайлер. Если вы занимаетесь фристайлером, то это вы. Приятного просмотра. Это вы, мои прекрасные люди. Это мои друзья из старые друзья, которые пишут мне, чтобы я пропиарила их в истории. Вот, пошли на черт, вы выглядите вот так. Это моя гей-подруга. Смотри, это ты. Милена из моих видео, если вы ее помните, вот такая, она вот любит кушать в столовой и съедает весь мой обед. Похоже на Космостарс. Дай лайк, если когда-то покупал Космостарс, засовывал руку в упаковку и оставался лишь если тебя это очень бесило. Если вы это, вот этот, то привет. Вот этот идеальный человек, сверхразум. Та девочка, которая записала про меня песню. Спасибо, что ты существуешь. Оскорбинка, переделанная под Карамбэйби. Если вы жили не ради этого, то, пожалуйста, отписывайтесь. Как ты его назвал? Панк. Панк? Панк на колеснице. Человек-моча. Моя биологичка. Учитель по английскому. Это вы. Ну, у каждого есть такой друг. Это человек-яйца. 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 Подкопченный говноед и просто говноед. Прости меня, Оксимирон. Это твоя дочь, твой мама и твой папа. Солист группы «Ласковый май». Окси знает все. Мама, мама. Мама, мама. Окси знает все. Мама, мама. Ау. Этого даже не видно. Никто не зафиксировал акт насилия. Это мой папа. Нет, это Окси. Ребенок моей беременной подписчицы. О боже мой. Спасибо, что ты существуешь. Надеюсь, тебя зовут Евгений. Мам, прости, пожалуйста, меня, что я существую. Дамы и господа, значит, 3 часа работы. Одна неполная миска. Нормально. Извините меня, мои пираты, но моя супермощная камера, которая снимала Титаник и Люди Икс Апокалипсис, вырубилась, потому что ей потребовалось перекусить зарядки, так сказать. И все, что я могу сказать, что мы проработали добрых 10 часов и очень сильно устали. Вот результат. Дорогие мои пираты, спустя потерю 2 друзей мы сделали 3 прекрасные миски ВАЗ. А типа звуковые эффекты, да? Ну, я сделала вот так, а ты вот эту штуку. Я бы хотела вам слегка рассказать историю этого канала. Вы думаете, что ему 2 месяца, но нифига на самом деле подобного нет. Я снимала след, выпустила целых потрясающих 6 видео за полгода. И их смотрели только мои одноклассники, и то не все. Какого черта вопрос такой, я не знаю. Вышел Скибиди челлендж, на котором было максимум дизлайков. Тогда я на максимальный период забила на канал. Тогда у меня было 100 подписчиков. Причем с самого начала. И до самой зимы, с лета до зимы, у меня было 100 подписчиков. Спасибо, мой класс, мой прошлый класс, мама, папа, бабушка, 2 сестры и 3 моих вторых аккаунта. Сейчас мы с вами здесь все вместе, в этом прекрасном хороводе событий. Я думала, что до 40 лет я буду снимать только для своих одноклассников. Вадим Ларгин, я знаю, что ты отписался в самом начале. Всем пока.